продолжаются эксперименты с едой Олега. На ютубе много видео, где французские бульдоги аккуратно кушают арбуз, дыньку. Олегу уже давали дыньку, он ест вместе с кожурой. Интересно посмотреть. Олег, только нельзя, нельзя сидеть. Интересно посмотреть, как Олег будет кушать арбузик. Сидеть нельзя, можно. Так же, как дыбку вместе с кожурой. Ой, полороты. Изо рта не будет. Олег, ты ешь как свинота. Вместе с кожурой. Ну нет, так-то. Выедает, мякоть старается. Понял, что она вкуснее. Молодец. Ну все, завязывай с этим. Ты так всю корпус сжешь. Ой, на полу что, настряпал. Вот это да, Настя будет ругаться. Что мы тут с тобой такое устроили?